В благотворительном фонде «Близко к сердцу» подвели итоги акции «Врачи-волонтеры против рака». Медики выезжали в отдаленные районы округа. На обследование пришли 234 человека. Активность людей, отмечают организаторы, в этом году была высокой. Через смотровой кабинет 77 человек за три вот акции, у терапевта 82 человека, у уролога 76, у гастроэнтеролога 67, УЗИ прошло 95 человек и анализы на онкомаркеры сдало 179 человек. Конечно, запущенность опухоли, конечно, большая есть, но увеличилось то, что мы стали больше выявлять на первой стадии, на первой, на второй, на начальной стадии. Вот если даже касаемо молочной железы, у нас увеличилось очень много количества радикальных резекций, то есть это органсохраняющих операций. То есть мы больше можем даже радикально прооперировать, чем это было вот раньше. Этой акцией деятельность фонда не ограничивается. Организации оказывают активную поддержку городскому хоспису. Помочь могут и все ангарчане. Для этого нужно отправить слово «хоспис» на номер 3443 и через пробел сумму перевода.